компания Infinity представила в Детройте новый концепт QA Inspiration, что можно перевести на русский язык как «вдохновение». И действительно, если судить по представленному концепту, при его создании японцы больше уделили внимание творческому вдохновению дизайнеров, а не футуристическому полету инженерной мысли. К примеру, в качестве силовой установки на концепте используются не новомодные электромоторы или гибридная силовая установка, а бензиновый турбомотор с изменяемой степенью сжатия, что позволяет добиться высоких мощностных и тяговых характеристик при минимальном расходе топлива. Не исключено, что инженеры Infinity уже поняли, что современные виды аккумуляторов не способны обеспечить массовое производство электрокаров, поэтому решили сделать ставку на развитие двигателей внутреннего сгорания. С автопилотом японцы также не стали особо мудры, а оснастили концепт автопилотом 4-го уровня, который способен самостоятельно управлять машиной, но только в присутствии водителя. Этот шаг японцев тоже понятен, так как сегодня даже авиаинженеры не могут оснастить свои самолеты полностью автоматизированной системой взлета, полета и посадки. А на Земле побочных факторов в тысячу раз больше, и безопасно управлять машиной может только человек с помощью электроники. Поэтому неудивительно, что в концепте QA Inspiration японцы сделали основной акцент на дизайне экстерьера и интерьера машин. Согласно пресс-релизу, все будущие серийные модели Infiniti будут созданы в стиле концепта QA Inspiration, что несомненно привлечет внимание покупателей, так как современный дизайн Infiniti трудно назвать красивым, элегантным и стильным.